Новогоднюю радугу культур можно было наблюдать накануне во Дворце культуры губернаторской. На площадке учреждения отпраздновали межнациональный Новый год. В нем приняли участие семьи разных национальностей. Почетным гостем праздника стал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Во все времена, с момента создания здесь Симбирской сначала наместничества, а потом губерния, у нас никогда не было межконфессиональных, межнациональных конфликтов. Почему это происходит? Это просто по одной простой причине. Потому что здесь жили вот такие же счастливые люди. В фойе первого этажа работали интерактивные площадки, фотозоны, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. Желающие могли поучаствовать в народных играх, узнать много интересного об обрядах своих соседей. Старый млад, все с удовольствием учились, играли, делились традициями и просто общались. Вот такого праздника нигде, ни в каком субъекте Российской Федерации нет, не существует. Я везде бываю. Вот у меня, как являюсь вице-президентом Всемирного чувашского национального конгресса, 68 субъектов, которые имеют свои подразделения. А вот национальный праздник Нового года, это придумали у нас, в Ульяновске. Это по инициативе лично губернатора Сергея Ивановича Морозова. Праздник, который сплачивает нас, объединяет нас. Наш регион – один из самых стабильных в России в плане межнациональных и межконфессиональных отношений. Работа в этой сфере проделана большая. Однако это не повод почивать на лаврах. В следующем году она усилится. Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов объявляет 2019 год годом национального согласия. И в связи с этим и сегодняшнее мероприятие, это елка, тоже межнациональная. И, как видите, мы здесь собрались представители практически всех основных народов, которые проживают на территории города Ульяновска, Ульяновской области. И мы вместе будем встречать Новый год. На сцене Дворца культуры губернаторский исполнялись национальные песни и танцы лучших народных коллективов. Многоголосой музыкой струилась родная речь разных народов. Несмотря на любовь к своему сообществу, общий язык находили все, имея при этом главной точкой пересечения любовь к многонациональной России. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.